Дорогие друзья, коллеги, единомышленники, я являюсь директором кинокомпании «Акбузат», режиссер, кинорежиссер. Вот, и я обращаюсь к вам как к партнерам. Дело в том, что наша студия является членом торгово-промышленной палаты. Вот, и мы сейчас в Башкирии, в Уфе начинаем производство совместно с киностудией «Башкортостан» фильма «Воскресенье». Я долго шел к этому проекту. Сценарий, первый вариант был написан еще в 2011 году. После этого случился и Майдан в Киеве, и многие-многие вещи. Не хочу занимать ваше внимание. Вот, кто захочет сотрудничать, я, конечно же, предоставлю все документы, начиная от киносценария, заканчивая бизнес-планом и сметами и так далее. Вот. Обращение мое простое. Фильм будет сниматься в нескольких государствах. Это в Башкортостане, в России, в Москве, на Украине. Затем это Грузия, Армения и европейские страны. Это Франция, Италия, Бельгия и Соединенные Штаты Америки. Вот. И кто заинтересован, кто заинтересовался, вот как раз, кто хочет стать партнером, кто хочет продвигать свой бизнес, те могут обращаться прямо ко мне. Вот, телефоны, все координаты я предоставлю. Вот. Само собой, мы отобьем все это наше взаимодействие с сотрудничеством, рекламой, предоставлением площадей для ваших компаний. Вот. Ну и, конечно же, в нашем фильме будут играть самые известные актеры, звезды мирового масштаба. Вот. А фильм выйдет в прокат в 2020 году. Вот такие у нас намерения. И аминь, надеюсь, я верю, что все получится у нас совместно, вместе. Верю в синергию нашу с вами, потому что революция совершается в головах, и наше мышление, наши мысли творят будущее. Удачи! Удачи нам всем в бизнесе. Вот. Кино – это не только творчество, но это еще и бизнес. Удачи нам всем, друзья!